О пенсионной, медицинской и образовательной реформах говорил сегодня и первый зам директора распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Он встретился с президентом Петром Порошенко. Липтон посоветовал воспользоваться нынешней ситуацией в экономике, чтобы завершить реформы. Обсуждали также борьбу с коррупцией. В Киеве Дэвид Липтон до завтра. Кроме президента, он встретится с премьером и правлением Нацбанка. МВФ, напомню, одобрил для Украины 4-летнюю программу кредитования. Общая сумма траншей 17,5 миллиардов долларов. И почти половину этих денег Киев уже получил.